Пехи от купола идут плюс томпер. В районе ЗСУ примерно. Даже сзади. Ну, вся деревенька чистая. Все, выдвигаюсь к вам. Второй доктор так это перегонит вручную. Так, перед ЗСУ там небольшие скалки, давай туда и трон посмотрим. Чё там? Угу. Стон приедет по дороге у нас. Спокойно. Понял. Да-да-да. Я его не вижу. Именно про него я говорю. А, лазером сейчас дам направление. Видишь? Направление. Там дорога. Направление я вижу, да. Вот он сейчас там. А вижу, вижу. Делаем. Пока пропускаем. Иди сюда за камешку. Сейчас доедет до заправки. Ты его в спину отработаешь. Заправки он не дает, он вверх уходит. Он развернулся и пошел назад. Давай посмотрим за СУ сначала, как она себя чувствует. Потому что там стрелка можно снять. Можно, они все торчат, но у тебя пока эти мешают. Лючки. Лючки. Надо со спины обойти. Там купол. Скорее всего, дохера пехот. То есть только с дымом. А вот задымить. Задыми. Бой, отбой, отбой. Блин. А, это Дарк. Ну, я его не трогал, он там не все спокойно. Да, его раскрыли. Ну вас, Пана. Главное, не раскрыли. Ну да. Да подожди. У меня еще второй есть. Ну понять, куда она смотрит, что она хочет. Я просто не вижу сейчас. Нет. Так, есть. Банка, у тебя есть наблюдение с воздуха сейчас? Сейчас, боюсь, нет. Понятно. Мне просто надо знать, куда смотрит она. Сейчас, дай минуту. Попробую перегнать последний дартер. Ага, она также смотрит, только переместилась. Я успел заметить. Титрон с нашей стороны. Угу. Там тут идут ребята. 300-го. Один. Я видел двух. Сейчас из-за деревьями они не видно их. На дороге были?
За дорогой от нас. Ну да, там двое проходило как раз, вполне возможно они. Сейчас, сейчас, долетаю уже. Банка, не долетай, она спокойно, я дойду. Понял, понял. Пока, подожди. Угу. Нет! Всё, ошибка. Даже сквозь дым увидела. Они на том месте? Так, а, это вы приехали. Я уже напугался. Надо глянуть быстренько. Опа, ее нет. Она к нам спиной стоит, азимут 280. Спокойно. 280. Блять, там боты. Ждем, пока боты уйдут. Я же лег. Знаешь, что ты спалил? Посмотри, дартеров нет над нами вражеских? Не вижу пока. Этот зеленка. А есть возможность обойти ее по берегу дальше к куполу? Да, да. Двигайтесь, тогда забейте на нее. Она у берега катается? Ну, где-то у меня за скалой тут рядом со мной, возле купола. Метки купола, там видишь скала. Я за ними. Понятно. Да-да-да. Уже с другого конца берега выезжают. Стоит на берегу, палит меня. Я вижу. Так тупо. Она вроде в другую сторону смотрит. Ну, вроде смотрит в другую сторону, я думаю, но она это ненадолго. Ловит на живца. Так, все, дальше мы тут вылезать некуда. Ох, нихера, блин, умерло да. Отделение. Да, там много народу. По-тихому там не зайти. Будем по громкому. Блин, мне бы еще выйти как-то. Скалы не дают. Я понял. Двоих снял, который по тебе работает, уходи. Там еще. Уходи, уходи, банк. Я знаю.
Понижает гейн, нет, а? Они пока на меня отлупились, или на тебя уже? Так, еще одного минусного. Я чувствую, это максимум. Валить надо отсюда. Не высовывайся. Я по берегу ухожу, потому что тут сейчас придут, точно закидают. Да-да-да. Уходи. Сейчас еще стомпер приедет. Ходят нас уже, в воде выходят. Уже откуда ты пришел? Ага, снял его. Ходим. Хорошему какой-нибудь пригорочек найти сейчас. Это уже, походу, не вариант вообще. Ну, подожди, я сейчас посмотрю. Это стомпер еще. Уже что-то справа. Это я, это я, угу. Я. Там это у этих скал, где я был. Угу. Мы к тебе пришли в гости, да? Ты вовремя отступил. Угу. Ну, минус еще два. О, там снайпера. Минус один снайпер. Там фары какие-то горят, я не могу понять, что это справа. Ой, справа. Я же не стрелял. Она сейчас... Не остановилась. Где она сейчас находится? Камнями. За камнями там, где была, или с нашей стороны? Там, где была. Ага. Ближе к куполу. Стоит пока, может подождать, пока она успокоится и снять стрелка. Ты около нее? Ну, я у камней. Она метров 50 от меня в направлении купола. Я понял. Сделал перепаковку магазинов. Было 10 магазинов, стало 4. Расступитесь. Быстро! Тебя что-то, по-моему, так неудачный день. Надо... Неудачный день, Митка. Я думаю, только меня сейчас полечит. Это что-то... Это уже Цитку полечить, подъехать. По-моему, тут уже все ясно, надо уходить куда-то от нее. Как на ладони тут, да? Ага. Я могу отработать группу, которая у нижнего угла. Надо посмотреть, где стомпер, чтобы он нас не спалял. Так. Так, уже утро наступает. Так, я вижу один статик. Частично второй.
Работай по группе, которая у угла, Итарон. Работай. Дальняя вышка, я не вижу, что там. Еще один выходит. А статик сняли на входе? Да, не вижу. Да. Ага, да. И на втором входе тоже. Хорошо. Один патрон. И туда его. Меня верхняя вышка интересует. Что-то там не было вроде никого по цели. Ну, я тоже не вижу. Можно попробовать подходить. Да. Пойдем. Да, так над нами. Готов. Миш, рассвело и сразу их. Ага, вот хитрая зенитка. Все живые? Да, нет, кто-то. Итерон ранен. Давай так, я пока наверх пошел. Давай. А вы внизу сидите. Итерона надо будет поднять как-то. Кстати, меня тоже ранило так. И меня ранило. Нормально, я шатает. Сейчас бы зенитка страйк выбила. Ставлю, что это та же зенитка. Естественно. Как она работала в паре стартеров. Ага. Блин, и тут ни одна птичка нет. Ну ладно. Пошел наверх. Стартер успел передать информацию. Походу он прилетел оттуда. То есть он нас пытался вести, возможно. Это да, наверное. Да, это тот КП, кстати. Давай. Жми. Осталось узнать, где радиовышка. Потому что я ее, честно говоря, на дакторах не видел. А сверху ты можешь посмотреть сейчас? Может, где-то видишь ее? Сейчас попробую. Еще один дактор летает на 160. Далеко? Далеко, правда. Ну, далеко пока. Кажется, вижу радиовышку. Азимут 196, но она далеко. Метров 600 минимум. Даже больше. Я даже не уверен, что это та вышка. Хотя она может быть. Ну смотри, километр до края зоны на 190. Если она ближе километра. У меня нету дальномера, поэтому я тебе точно не скажу. Она просто за холмами. Вижу ее, да, и сейчас, походу. Сейчас. У меня есть дальномер. Я даже. Тридцать два метра, она в границе зоны нормально.
От границ? Практически на границе зоны. Это она. Угу. Да, там никаких вышек больше нет. Осторожненько спускаемся и валим. Только ты наверху? Ну? Да. А можешь подлечить сразу да, тогда? Да. Я возьму. Дыму. Угу. О! Черт. По-моему, ты теперь ее новый любимчик. Банк, развернись, ты подталкиваешь меня глушителем. Я предлагаю прыгать с вышки с парашютом. Мне кажется, это будет безопаснее, чем спускаться по лестнице. Так. Я сейчас поставлю дымы на лестницу, спускаемся. Ну, сейчас, я возьму на всякий случай патроны. А, тут нету, по-моему. А, нет, есть, вот 5.56. Ну, у меня еще 10 дымов есть. Нормально, живем.